Привет, это снова я, Янислава. И у меня сегодня тема о наболевшем. Это даже скорее не тема, это просто реальный крик души. Выезжая на природу, сейчас вот началась весна, да, пора выездов на природу, к природе. Видя красоту, и в то же время, я не знаю, как это назвать, это... Вот что это такое? Вот это вот, что это такое, люди, что вы делаете? Объясните, пожалуйста, кому вы здесь все это понакидали? Кто-то приедет и уберет это все. Есть волонтеры, да, которые действительно приходят и убирают весь этот мусор, чтобы природа стала чище, чтобы можно было куда-то выйти с семьей, отдохнуть и не видеть весь вот этот вот кошмар. Зачем вы это делаете? Он будет короткий ролик, но просто я не могу просто, проходя мимо, молчать об этом. Может быть, кто-то посмотрит мой видеоролик и скажет: ой, правда, не надо больше мусорить, соберем мы все за собой в мешки и увезем домой, выкинем в мусорный ящик, и пусть машины заберут и на свалку вывезут. Зачем вот здесь делать очередные свалки? Кому? Для кого? Мы все смотрим на Запад, да, мы смотрим на Америку, на Европу и так далее. Вот какие благополучные страны, как у них там все цивилизовано, хорошо, красиво. Вопрос: кто вам мешает делать свою страну более цивилизованной? Начните с себя, перестаньте мусорить. Вы же подаете пример своим детям, они точно так же будут, выезжая на природу, вот точно так же гадить, потому что они видят, как делаете это вы. Перестаньте мусорить в своей стране, перестаньте хамить на дорогах, перестаньте хамить более взрослым гражданам, нашим пенсионерам. Уважайте их, уважайте друг друга, и все, вы окажетесь в цивилизованной стране. Не материтесь везде и всюду. Любите друг друга, и все будет хорошо. Все, подписывайся на мой канал, ставь лайки, да пребудет с нами здравый смысл. Все, пока.